Всем привет, если вы смотрите это видео, то у вас на канале DreyFury, с вами DreyFury Lancer. Здорово, мужики! Сегодня мы открываем... билетик! Да, на... медальки на день рождения. Пятизвездного персонажа. Нажимай Summon. Ты уже... Я уже все собрал. Осталось только нажать Summon. Смотри, смотри, ща, опа, ща, ща, давай, оп, оп, ну, где? Опа! Ах, да, точно. Про эту писали. Да, ее что добавит именно так, вот так. Ты еще не купил? Нет. Ну ты какой? Я думал, уже все подготовил, нам только открыть останется. Да нет, надо еще и купить. Ох. Отлично. Так, сейчас собрать билет надо. Ты собрал билет? Нет. Вот и я нет. Наконец-то еще один пятизвездный перс. Господи, Пресвятой Иисус, лишь бы не дубль. Да. Сначала мы откроем, наверное, бесплатную витрину. Да. В надежде выбить еще одного четырехзвездного Ичи. Да. А он нам в любом случае выпадет. Да он всю неделю выпадает, вообще ни разу, ни одного пятизвездного не было. Mm-hmm. Ну то же самое. Паленая витрина какая. Как и билеты на 30 миллионов загрузок были. Да ладно, я оттуда вытащил что-то. Исиду. 15-го. 15? А, ну да, точно. Но вытащил же. А я нет. Че, вместе или по очереди? Вместе, конечно. Ну давай. Еще раз, три, два, три. Тот-то я открыл, ты или я шестизвездный случайно взял? Надеюсь, нет. Блин, у тебя быстрее. Не, у меня дубль. Одновременно сказали, и одновременно дубль. Но... причем у тебя хотя бы нормально. Третий бараган. А у меня говно. У меня и линк-то бесполезный. У тебя и линк бесполезный. Да и перс неиграбельный. Ну вот. И отстой. Ну вот. Ну ладно. Надеялись на нового, получили дубль. Все. Ждите завтра видос по открытию вот этих билетов с картелем. А в следующие месяцы мы будем такие билеты копить и открывать с братом. Да, я тоже буду копить, потому что так будет прикольней. Да. И не забывайте... 31 числа июля у нас ТКВ раунд 2, точнее, да. Стопап раунд 2. ТКВ раунд 4. И мы будем сливать все, что успеем накопить. Я накопил сейчас 1129, то есть на 6 шагов почти набрал. Но мне надо еще двух шестизвездных докачать на конбананде, и тогда у меня будет уже много. Кстати, смотрите, смотрите, я получил 49 ранг. Я тоже. Наконец-то... оба зеленых покачали. Да. Я сейчас пойду я вот получил это докачивать. Первого своего перса с 10 линками. И вообще, это мой первый перс 200-го. И первый с 10 линками. Вот, наконец-то. И что, сколько у него СП? Плюс 1429, но у него Теншентай. Неплохо. А если бы я поставил обычную утку, у него было больше, чем... почти 1600. Мне надо вот эту вот штуку нареролить на 30 атаки. И будет, да. У меня. А у меня, мне вот это на 30 СП. На 30 СП, да. Да. Ну и неплохо, неплохо. Ну а на этом все. С вами был DreyFury Lancer. Не очень хорошее открытие было, на самом деле. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу DreyFury, Bleach Brave Souls, Bleach Paradise Lost. Следуйте по всем ссылкам, которые в описании. Не забывайте смотреть видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи, всем пока.